На Кубке губернатора домашний трофей в одной из самых интеллектуальных дисциплин киберспорта «Хардстоун» завоевал предприниматель Александр Алексеев, выступающий под ником «Данделло». Карточная стратегия напоминает шахматы или шашки. Александр уверен, гейминг и мозги прокачивает и помогает заработать. Все стереотипы пропадают, когда ты начинаешь зарабатывать этим деньги. Типа, и все сразу начинают поддерживать, типа, болеть за тебя, радоваться. Все сразу меняют мнение. Так что, ну, например, среди моего окружения никаких стереотипов нет. Все рады за меня, что я победил. Александр Мор лично поддержал геймеров и принял участие в турнире World of Tanks. Партнерами губернатора стали президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит и прославленный местный геймер Дмитрий Гидеон Сергеев. Матч не стал постановочным. Видела тройка более опытных экспертов, но, конечно, результат не был самоцелью. Непередаваемое ощущение. Руки у меня так никогда не уставали, даже когда я поднимал тяжести. Самое главное, что не сухую. Один бой мы выиграли. Я благодарю моих партнеров по команде Дмитрия и Дмитрия. Благодарю наших соперников. Они не поддавались. Все было по-честному. Хочу пожелать всем участникам нашего турнира успехов. Я хочу отдельно поблагодарить Дмитрия Смита за поддержку и за наше сотрудничество. Тюмень будет бороться за звание киберспортивной столицы России. Я уверен, что мы и своих спортсменов скоро вырастим. И мы, наверное, в России одни из немногих, кто уделяет вот данному, скажем так, направлению столько внимания. Безусловно, и губернатор видит и перспективы не только как в спорте в этом, он не раз об этом говорил, о том, что это очень смежная вещь, связанная с IT-технологиями. Чтобы в регионе появились игроки высокого уровня, создаются тренировочные базы и поддерживают топовых игроков-одиночек. Активно входит в киберспортивную среду и бизнес. Число клубов с профессиональным оборудованием перевалило за десятки.